vážně a potichu. Budeme vážní jako chleba s majonézou. Jdeme hrát, pokračujeme tam, kde jsme minule přestali. Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона минуле там были друзья. Ты потвори. А спадли сме до подземи с Бурбоном. Увидиме, что нас чека дал. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Зазы заушили ты хоупы. Я помню эту решетку. А баузы? Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все равно. А ты в бордели, Кал? Не был с тобой лозит. Усил бы его потихоньку. Опа, кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. Ты мислишь, хозяин? Ну, конечно. Не угадал. Хозяин, как не хозяин. Простава на пуху. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли. Закончи позже. Двигай, двигай. Что-то смоток его не видать. Ага. Да нет, тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Так крысы его. Марканцам ту бурбон ехал. Так еще вам калаха с топ-бронером. Маме дали проксу, то сме мели уж минуле. Máme tady tu pneumatickou zbraň a s tím se pokusíme všechno pacnají přijít dneska. A už jde nějaký týpek. Dobře, tohle bylo asi trošku slyšet.
pozbíráme oboje. A teď už musíme fakt rychle. Serem na to. Pozbíráme to. Zakrát.
Ниц, давай прыгай, давай. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это Арслан или Горохов? Артём! Чё за... Бурбон, это твой. На 100%. Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, глазновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Познамка. Что ж, мудрое решение. Вал-вал. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника.